Сотрудникам линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачево пришлось восстанавливать общественный порядок на борту самолета рейса «Новосибирск-Магадан», который уже почти взлетел. По крайней мере, в этом были уверены его пассажиры. До тех пор, пока ранее судимый житель Республики Бурятия не начал себя вести неподобающим образом. Дверь закрыли, порулили, все, начал там соседу приставать, материть всех подряд, размахивать руками и все остальное. Представители авиакомпании подали сигнал о происшествии, и транспортные полицейские тут же прибыли к воздушному судну и задержали дебошира. Документы ваши, пройдемте с нами. Ручную кладь берите с собой, ручную кладь, и пойдемте с нами. Вам отказано в перелете. Суть-то в чем? Как отказано? Такой самолет задерживайте, говорю, еще раз. Уходите. Мужчина во время движения самолета по взлетной полосе начал выражаться нецензурной бранью и мешать работе членов экипажа. Полицейские задержали нарушителя и доставили в дежурную часть. Медицинское освидетельствование подтвердило, что он находился в состоянии опьянения. В отношении гражданина составлен административный протокол. Протокол составили по статье Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство». Однако мы знаем, что в подобных случаях очень часто подобное мелкое хулиганство перерастает в крупные неприятности.